Друзья, я вас приветствую в компании «Стандартпласт». Мы находимся в нашем центре, который является обучающим центром для тестирования объектов. И, кроме того, мы демонстрируем здесь наши достижения. «Стандартпласт» работает над повышением уровня жизни, комфорта и здоровья людей. Компания в первую очередь решает проблему безопасности человека, его защищенности от вредных воздействий шума, но и не забывает об акустическом комфорте. Предприятие гордится полученными сертификатами от заводов Nissan, Ford, Volkswagen и Hyundai. Сегодня «Стандартпласт» получил возможность перейти на стадию сотрудничества с клиентами по технологии инжиниринга. Nissan нам предложил спроектировать деталь, исходя из объема, в котором она находится, и функционала. И нам это удалось, и испытания были проведены, и даже не потребовалось проведения обязательных подтверждающих испытаний в Англии. Вот это достижение позволило нам сегодня поставлять нашу продукцию на завод Nissan в Англию. Единственная компания в России, которая получила такое право. И вот в этой части мы говорим о нашем новом проекте «Инжиниринг», который предполагает довольно большие инвестиции. «Стандартпласт» не останавливается на проектах автомобилестроения. Инновационные решения, найденные в звукоизоляции помещений. Это может быть жилье, это может быть общественное здание, это может быть производственное здание. И везде присутствуют проблемы вибрации шума. Компания «Стандартпласт» разработала большое количество проектов по архитектурной акустике. От звукоизоляции небольшой квартиры до звуковой коррекции звукозаписывающих студий и кинотеатров. Вот за этими панелями на самом деле находятся изделия. Они сложной геометрической формы, каждая из которых формирует определенный формат или направленность звука. Где-то этот звук излучается, где-то он отражается, где-то он поглощается. В итоге мы получаем идеальное акустическое поле. «Стандартпласт» разработал решение для каждого из видов шума, преследующих нас. В научно-экспериментальном центре проводятся акустические испытания. Ставятся эксперименты на реальных объектах и демонстрируются достижения компании в области акустики. В современном конференц-зале, оборудованном всей необходимой аппаратурой, проходят лекции, семинары и обучение как для внутренних клиентов, так и для внешних, включая зарубежных. Компания «Стандартпласт» представлена в 67 странах мира. В этом зале представлена наша работа по важнейшему проекту компании, особенно в части будущего развития – это экспорт. Для экспортного рынка «Стандартпласт» выбрал линейку самых востребованных продуктов, которые являются флагманами производства. Жители Туманного Альбиона, австралийцы, румыны, иранцы, филиппинцы и многие другие иностранные клиенты посещают с экскурсиями производственные площадки и проходят обучение. «Стандартпласт» также является спонсором автозвуковых соревнований в Европе и России. Большинство любителей аудиотюнинга используют продукцию бренда для подготовки своих автомобилей к крупнейшим соревнованиям «Эмма», «АМТ» и «Дибидрак». Ежедневно в компании рождаются новые идеи, которые проходят через экспериментальные центры, лаборатории и реализуются в новых продуктах. «Стандартпласт» не останавливается на достигнутом, а ставит перед собой амбициозные цели и стремится покорить новые горизонты.